Знаете, короче, хочу такой подвести итог, где я только не был, и чем я только не занимался, и где я только не работал, хочу выделить для себя самую конченую работу, на которой я только был. Для меня, знаете, самая конченая работа в Европе, вообще за границей, это рестораны. Я не знаю почему, ну, а на самом деле тут каждому свое, максимально каждому свое. Кому-то нравится, кому-то стройки не нравятся. Лично как по мне, я не знаю, лично как по мне, это рестораны. Потому что общепит — это какая-то жесть. Я просто своими глазами видел, как все там происходит. Со мной работают китайцы, у которых ноги уже все просто спрели. Они все до такой степени вонючие там, они работают по 12, по 14 часов. Да, у них зарплата, конечно, я видел своими глазами, у них налик, вот такими пачками им МЗПХ дают. Я был в шоке. Но смысл в том, что они вонючие, ноги эти полугнилые, ногти на ногах просто, ну, там их просто не видно, понимаете, ну, это жопа, они так там херачат. А мы когда пришли, нас поставили сначала там на какую-то на посудомойку, потом поставили, в общем, мы там занимались. Это реально ад, ребята. Мне кажется, я бы на краповый берет быстрее прошел бы, чем в этой, проработал бы в таких условиях, блядь, месяц-два. Это была жопа, но мы продержались, отработали полгода. Но это самое жесткое, то есть вот в общепит идти, да, надо быть прям вот типу, который прям, не знаю, очень любит готовить, вот прям в кухне сидит с детства, честно. Лично для меня это жопа, реально это жопа. Так что, ребят, если что, общепит отметайте, реально лучше идти на стройку, я вам так скажу.